На какой срок назначается уголовное наказание в виде ограничения свободы? Согласно части 2 статьи 53 Уголовного кодекса Российской Федерации, ограничение свободы назначается на срок от 2 месяцев до 4 лет в качестве основного вида наказания за преступление небольшой тяжести и преступление средней тяжести, а также на срок от 6 месяцев до 2 лет в качестве дополнительного вида наказания к принудительным работам или лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. На какой срок назначается уголовное наказание в виде ограничения свободы? Согласно части 2 статьи 53 Уголовного кодекса Российской Федерации, ограничение свободы назначается на срок от 2 месяцев до 4 лет в качестве основного вида наказания за преступление небольшой тяжести и преступление средней тяжести, а также на срок от 6 месяцев до 2 лет в качестве дополнительного вида наказания к принудительным работам или лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.